Жилой комплекс «Жулебино парк» появился на карте Люберец несколько лет назад. Наряду с домами в микрорайоне возводят и объекты социальной инфраструктуры. Осенью следующего года здесь откроют двери детский сад. Владимир Волков проинспектировал ход строительных работ дошкольного учреждения и открыл пешеходную зону, которая соединила Москву и Люберцы. Стадиончики вон сверху, слева. Это все плитка, это все выложено. Да, да, будет очень красиво. На улице Летчика Ларюшина к строительству детского сада, рассчитанного на 350 мест, приступили осенью прошлого года. На объекте трудится 80 человек. На текущий момент завершаются фасадные работы, внутри прокладываются инженерные коммуникации и выполняются отделочные работы. Строители выравнивают стены и готовят их к покраске. Проводят электромонтажные работы. Помимо игровых комнат и спален, в детском саду будут физкультурные и музыкальные залы, кабинеты логопеда и психолога. Сад очень современный, такие достаточно крупные окна, остекление, современные решения, широкие коридоры. Но самое главное, это первый объект, но не последний. Здесь, на территории этого микрорайона, также уже строится школа. Школа на 1500 мест. И еще один детский сад будет построен и открыт также в третьем квартале 2024 года. После посещения детского сада глава округа вместе с жителями жилого комплекса «Жулебино парк» открыл новую пешеходную зону, которая соединила улицы Шоссейную и маршала Полубоярова. Тяжело, конечно, было без прохода, потому что у нас, получается, ЖК изолирован от всей инфраструктуры города Люберца. Школа, детсады, куда мы приписаны, приходилось идти в обход через Новорязанку. Первый шаг сделан. На Шоссейную улицу дорога пока пеша открыта, мы этому очень рады. Тротуар длиной более 800 метров на протяжении всего пути освещен. Весной здесь запустят движение автомобилей. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.